Распаковка для магазина розетка Йо. Адаптер под коронки от компании Irwin. Такая вот упаковочка. Сейчас покажу ее детальней. Коробки можно ставить от 32 до 210. Если кому-то какая-то информация нужна с упаковки, всегда можно поставить на паузу и более внимательно рассмотреть. Так. Так вот оно выглядит поближе. Сейчас увеличу. Ростовичок. Цельнометаллический. Здесь гайка такая здоровая с накаткой. Сам механизм. Когда гаечка выкручивается, штрючки убираются. При закручивании не выдвигаются. Но вот эти вот упирающиеся позиции, ну, не знаю, выглядит ненадежно. Вот шейки такие маленькие. Ну, в принципе, если и не бить непосредственно по ним, ну, никак на них усилие не давать, то должно быть нормально. Так вот оно тоже выглядит все поближе. Стопорный болт. Для смены сверла. Здесь стопорное колечко. А вот этот вот весь механизм. Такое ощущение, что он либо напрессован, либо это цельная болванка. Очень может быть, что это... Да, это похоже на цельную болванку. Показать, как оно выглядит с коробкой. Ну, собственно, берем коронку, аккуратненько позиционируем, закручиваем до того момента, как у нас можно, ну, как у нас здесь будут выдвигаться штрихи. Есть люфт. Как бы, в принципе, это не критично, потому что когда вы крутите, оно уперлось и будет в одной позиции, но тем не менее. Так что если кому-то это, ну, критично, обращайте на это внимание, что вот, вот эта вся часть люфтит. Ну и собственно сняли. Не знаю, что тут еще показать. Вот такой вот адаптер. Все, всем спасибо за внимание.